В молодежном ресурсном центре состоялся показ фильма «Я волонтер». Его премьера прошла по всей стране в рамках Международного дня добровольца и Года волонтера в России. Авторам картины было прислано более 250 историй. В основу сценария легло 15 из них. Это первый в России полнометражный фильм, который раскрывает тему волонтерства как большого движения и как подвиг отдельно взятого человека. Люди, которые жертвуют своим временем, то самое ценное, что есть у тебя на алтарь чужой беды, отдают свои собственные соки жизни, это без сомнения герои. Картина о героях нашего времени, подвиг которых порой остается незамеченным. Но они находят время и силы на то, чтобы безвозмездно искать пропавших людей, тушить пожары, спасать животных, помогать инвалидам и пожилым по всей стране. Потому что для них нет чужой беды. Они волонтеры. Вообще мы пригласили для просмотра всех желающих. Всех жителей города, кто хочет посмотреть, но сделали акцент на волонтеров, на волонтерское движение в городе. Я так думаю, что этот фильм надо показывать как раз таки не добровольцам, а тем людям, которые еще не стали добровольцами. Этот фильм, он разжигает ту искру, которой как раз таки некоторым людям не хватает для того, чтобы встать и чем-то заняться. Ну, я считаю, что это очень мотивирующий фильм, который показывает жизнь людей, которые помогают другим людям. Таких людей называют волонтерами. Ну, я считаю, что они делают благое дело, и это очень хорошо.